12 апреля в районе 10 часов утра Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В городе есть последствия. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва у двух мужчин зафиксированы ранения конечностей. В медучреждениях им оказывают всю необходимую помощь. Также выявлены последствия в двух частных домах в северной части города. По словам местных жителей, в некоторых частных домах отсутствует свет. Также в одном частном доме повреждена крыша, и во дворе этого дома обнаружены осколки. Во время прилета я был на кухне, услышал бабаканье, ну, громкое, и свет погас сразу. У меня радио работало, вышел на улицу, провода оторваны, а у соседа повредило крышу. Оперативные службы прибыли на место ЧП буквально через 5 минут. Дом, кровля которого была повреждена, уже оцепили. Аналогичные последствия на соседней улице. Пострадала крыша одного из домов. Сейчас на территории проходят оперативные мероприятия. Екатерина Склиренко, Денис Бобков, Белгород Медиа.